Здорово, спортсмены! Сейчас будем подтягиваться. Так, ну что, мы нашли классную, замечательную спортивную площадку на Каштаке, микрорайон Каштак, Томск. Вот она, смотрите. Чисто случайно проходили. Вот здесь вот дорога идет центральная на микрорайоне Каштак. Вот, 100 раз тут ходили. Какие 100? 1000 раз. Даже не знали, что тут во дворе есть площадка. Вот, здесь тихо, спокойно, классно такой, не знаю, дворик. Тут можно... Никого, соответственно, нету никогда. Пресс можно покачать. Здесь можно пресс покачать. Можно поподтягиваться. Можно головазами позаниматься. Вот, можно на трассу полазить. Вот. Ноги можно покачать, вообще круто. Видите, как они там брусья стоят, все классно. Итак, в общем, сейчас будем подтягиваться. Вот, никого нету, суббота, но вот реально, вот уже какое видео, то есть 5 раз мы с 5 начали, я начал с 5 раз подтягиваться, 5 раз потянулся, 6, 7, 8, 9, 10, вот последнее видео, там 4 дня назад было, 11 раз потянулся. То есть 7 видосов, 7 разных мест я посещал. Вот, ну и плюс там подтягивался 25 раз за 2 минуты. Никогда на этих площадках вообще никого нету. Ребята, у нас такое ощущение, что в Томске вообще спортом не занимаются, либо они сидят где-то по спортзалам, но на улице никто не подтягивается. Все пусто, как бы вот такое, знаете, спокойненькое местечко. Так, ну что, сегодня 12 раз я буду пробовать подтягиваться. Ну, как бы, лады, все, я пошел. Пошел подтягиваться, пробовать. Не знаю, получится, нет, блин. Я с работы, правда, уставший. Погнали. Тарам-пам-пам. Слушай, зайди сюда, я вот так вот, а то туда солнце, вот отсюда снимали, оттуда. Так, 12 раз. Вообще поставил себе планку 15 раз за это лето подтянуться. Вот. Когда после зимнего перерыва пришел, 5 раз с трудом подтягивался. Вот. 11 раз уже выжил. А, так, ну все, я погнал. Так, 12 раз. Считаем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 раз, есть, класс, круть. Ну что, ребята, сколько видос идет? 3 минуты, ну все, круто. Вот такая вот площадочка, ребята, занимайтесь спортом. Классно было бы, знаете, что сделать? Чтобы я пришел на площадку, тут какие-нибудь ребята подтягивались, мы бы хоть с ними в лесенку там, я не знаю, посоревновались. Никого нет, вообще пустота. Вот такая вот. А! О, какая-то банка там из-под пива лежит. Ну ладно, понятно. Все, ребят, всем респект и уважуха. Недельку еще позанимаюсь, потому что 12 раз, как бы, ну, блин, это нормально. За один раз подтянулся, я считаю. Вот. За лето, за 2 месяца догнал до 12 раз. Вот, с 5 начал. Так, ладно, недельку еще потренируюсь. В следующий раз посмотрю, какой-нибудь похожу, поброжу, поищу какое-нибудь местечко еще. Все, и 13 раз. Вот, завтра поеду за книжкой. Продолжение, часть 3, коллекции Стивена Кинга. Все, всем респект, уважуха, скоро увидимся.